и, конечно, оружие. Земное оружие. Не сочтите за оскорбление, друзья, но ваше оружие примитивно по сравнению с нашим. Картер, я думаю, что необходима небольшая демонстрация, не так ли? Это оружие называется P-90. Оно несет 50 округленных загружающихся сверху в магазин, покрытых тефлоном снарядов, с циклом постоянного огня 900 выстрелов в минуту. Кто из вас отлично владеет нашим орудием? Ракнор один из лучших стрелков. Картер, вон та цель. До нее 60-70 ярдов. Плюс-минус, сэр. Встань-ка на линию огня, сынок. Отлично. Два из трех. Это неплохо. Картер? Женщина? Майор Картер — отличный воин. Да, конечно. Правда. Подожди секунду. Эй, вы! В юбке! Раскачай немного ту цель. Еще немного. Хорошо, шаг назад. До первой готовности, майор. Майор, продемонстрируйте действие оружия при одиночном выстреле. Это оружие террора. Его цель — запугать врага. А это оружие войны. Оно нужно, чтобы убивать ваших врагов. И оно способно к выполнению подобных задач с такой же эффективностью, но в 5 раз дольше того, что вы видели. Мы использовали это оружие, чтобы выиграть перестрелки с Гуаулдами и Джафа, которые служили им. Те из вас, кто сражался против нас и выжил, знают про это. Вы понимаете, о чем я.